Всем привет, всем доброе утро. Сейчас мы уже проснулись, сходили на завтрак и решили мы выдвинуться в башню Баёк сходить, посмотреть там вид на город и что есть, собственно, внутри этой башни. Также там рядом океанариум, в него тоже мы хотим попасть и перекусить где-нибудь в центре города, потому что два этих места находятся в центре города. А еще нам нужно узнать, во сколько у нас завтра выезд из отеля. И, в общем-то, вот такие вот у нас планы на сегодняшний день. Thank you.
Сегодня у нас был полноценный целый день. Мы встали с утра, пошли в столовую, позавтракали. Там было очень вкусно, можно было выбирать, что хочешь. Там был шведский стол. После завтрака мы отправились до башни Байок-2. Там была смотровая площадка. Сначала мы хотели пойти пешком, но потом мы свернули куда-то не в ту сторону. Мы за это время уже успели устать, поэтому мы поймали тук-тук и поехали уже до этой башни. Мы поднялись на 84-й этаж, где была смотровая площадка, походили по кругу, поснимали, пофотографировались. Но, в принципе, ничего интересного там и нет, кроме как вида на город, чтобы посмотреть, вот как выглядит весь Бангкок. Так что я могу сказать, что эта башня меня не впечатлила. Дальше мы перекусили и пошли в океанариум. Он находился недалеко от этой башни, поэтому мы решили в океанариум тоже зайти. И мы не пожалели, что мы туда пришли, потому что это очень классный аквариум. Из всех аквариумов, где я была, это самый классный вообще, вот правда. Там есть множество аквариумов, обычные аквариумы, маленькие аквариумы, аквариумы с лягушками там различными, змеями, рыбками, кораллами. Но также есть и огромные и большие аквариумы. Большие аквариумы — это там, где пингвины. За ними, кстати, интересно очень было наблюдать. Морские черепахи. Еще там можно было потрогать морские звезды руками и пофотографироваться с ними.
И, конечно же, самый впечатляющий аквариум – это аквариум, в котором находятся акулы и скаты. Они плавают себе спокойно, а ты просто вдохновляешься, что вот-вот рядом находится акула, и ты можешь сфотографироваться. Также там есть отдельная услуга – это плавание на лодочке как раз по этому аквариуму. То есть там есть окошечко еще, ты можешь смотреть, что происходит под твоей лодкой. А также для любителей экстрима, для самых смелых людей, можно переодеться в специальный костюм и спуститься на дно, походить по дну, и мимо тебя будут проплывать все эти рыбы огромные, но также и акулы. Мы, кстати, видели, как женщина спускалась на дно такого аквариума. И, если честно, я сама за нее переживала. Вот я бы не спустилась бы, потому что я бы даже рыбок испугалась. А то, что акулы еще рядом плавают, так это вообще кошмар. В океанариуме мы провели 3 часа. Они прилетели очень незаметно. Также на память об этом удивительном месте мы решили сфотографироваться. Фотография была на входе, и мы еще раздумывали, фотографироваться нам или нет, но мы решили сфотографироваться и сделали это не зря, потому что это, во-первых, останется память о том, что мы были в этом океанариуме, а во-вторых, вот такая вот красивая рамочка у нас получилась. Вот там наша фотография, и здесь вот такие вот волны, что ли, можно создавать. Ну, я такие штуки люблю, поэтому как бы вот эта рамочка будет стоять у меня на столе. В общем, океанариум мне очень понравился. Я вам обязательно рекомендую туда сходить, когда будете в Бангкоке. Уже после мы, конечно же, поехали домой, так как было уже поздно, был уже вечер. После того, как мы приехали в гостиницу, в свой отель, назад в номер, я смонтировала вам видео, влог с первого дня, то есть со вчерашнего, когда мы только приехали, как мы ехали, что мы делали и так далее. Я надеюсь, что скоро мы решим проблему с Wi-Fi на ноутбуке, и тогда я уже вам его выгружу. По ценам, вход в башню Байок 2 был 400 бат на одного взрослого. Вход в океанариум был 990 бат на одного взрослого. И вот эта рамка с фотографией стоила 550 бат. Сегодня уже день подходит к концу. Мне уже снова пора ложиться спать. Я снова на этом месте. С вами прощаюсь. И уже завтра вы отправитесь со мной в Паттайю, и будем продолжать уже путешествие там. Так что до встречи в следующих видео, всем пока-пока!